абонента. У вас по маршруту, по компьютеру следование то 2 минуты, то 6 минут, то 3 минуты, то 9 минут. Почему так происходит? Потому что пробка на Патриарх. Да нет у вас пробки, у вас зеленая линия по вашему маршруту. Вы откуда едете? Вы специально выбрали? Вы издеваетесь, что ли? Патриаршую пруду, я сказал. Тут вы не пробка. Справляетесь своими обязанностями. Я вами займусь персонально. Если не сегодня, но с завтрашнего дня точно. Я буду уволен. Что происходит? Вы вообще, вот вы адекватный человек? Что к вам так скоро ехала по сердечному приступу. Понимаете? Вы добьетесь своего. Вас карма настигнет. Вы что, охренели, что ли, совсем? Только не увольняйте меня, пожалуйста. Вы вас игнорируете, у вас будет не то, что у вас будет работа и зарплата вас будет игнорировать. У вас будет игнорировать ваш доход. Вы добьетесь своего. Вы поберушки опуститесь. Просто поберушки. Вы только не увольняйте меня, где хорошо? Где вы есть? Да, конечно, я вас не буду увольнять. Вас уволят другие люди. Спасибо. С вами свяжутся, давайте. И мы посмотрим, почему у вас нет функции отмены за счет вас. Я еще понимаю, почему нет отмены за счет вас. За счет отсутствия вас на точке заказа. За ваш счет. Потому что есть пробка. Чтобы у вас пусто было. По жизни пусто было. У всего вашего рода. Проклятие я на вас шлю. На вас и на ваш род. Чтобы вы вот так вот. То, что я желаете посмотрю, мне. Да, я вот это вот. Это вы думаете, ко мне бы вам ничего не прилетит. Вам на вас все и замкнется. Это вы охренели. Вы просто охренели. Вы не поняли, что ли? Нет, не понял. Не поняли? Ну, хорошо, что вы не поняли. Значит, вы в таком неведении сгинете.